проходят уроки. Но родителям всегда интересно, как они проходят у своих детей. Ну, в данном случае в 11 А и в 11 Б классе. Давайте посмотрим. Откроем завесу тайны и заглянем на урок. Кто-то в коридоре шухер кричит, остальные вот так вот бегают. Не понимаю. 11 Б будет приходить на первый урок? Ежики зеленые. Записываем число, пишем лабораторную работу. Напоминаю, дату мы записываем в левом верхнем углу. Римма Сергеевна, видели на градуснике 30? Жара! Ёжик мой, 7 класса тебя учу. Не градусник, а термометр. У меня так мама говорит. Ой, от осинки не вырастают апельсинки. Тук-тук-тук. Ой, извините, Римма Сергеевна. А Настю Синовскую можно? Из двух классов только она таблицу Менделеева не знает. Остальные как с луны свалились. Добрый день, 11 классы. Как всегда, на уроках балаган. Портнова, бери сборник к доске, открывай 15 вариант, решай. Александровна, но я это не понимаю. Дети, это база. Какой вам профиль? Никому не говорите, что вы в 11 классе. Работаем самостоятельно, пишем контрольную работу. Дети, через 5 минут сдаем работы. Так, сдаем работы. Сдаем работы. Дети, я ухожу. Дети, я уже ушла. Сдаем работы. Дети, я ухожу. Портнова, ну давай сюда. Я ухожу. Кто не сдал, я не виноват. Клюкова, куда опять уходишь? Опять мой урок прогуливаешь? Уже, видимо, нет. Ну что ж мне делать? Придется позвонить классному руководителю. Шухер, Лилия Олеговна идет. Ну что вы опять натворили? Клюкова снова через забор собралась прыгать? Светлана Александровна, поставьте ей 2, будет знать. Это все? Все, всех люблю, всем пока. Здравствуйте, ребята! Сегодня изучаем города и страны. Открываем контурные карты. А у меня нет. Сколько можно? 2 недели жду, не могу дождаться. А потом один напишет, и все у него спишут. Тук-тук. 11
11 классы. Какой у вас завтра третий урок? Приедут важные гости. Всем быть в школьной форме. Татьяна Анатольевна, можно у вас Германа забрать? Нужно флаги отнести. Есть! Отнести флаги! Hello, children, sit down. А до этого урока никто не дошел? Микрофон убери. Раковский, прекрати разговаривать. Да что, это не я. Это не я был. Не пререкайся, Франковский. Достаем двойные листочки и пишем контрольную. Извините, пожалуйста. Тигран, не списывай, отдай телефон. Понял. Да хватит уже, отдай. Да сколько их у тебя? Это последний, я не списываю. И вообще я немецкий учил. 11 класс, а я не понял, а где все? Вы вообще нормативы сдавать собираетесь? Бег, прыжки? Нет. На уроки мои ходить собираетесь? Нет. Goodbye. Анка идет. Привет, котята, как у вас дела? Рассказывайте. Котята по физре. Видите, женщины, тихо. Алло, здравствуйте. Все в школе, все в форме. На физкультуру все пойдут. Поняла, бегу. Линяем.